Правосудие с удобствами. Судебные заседания в Георгиевске теперь будут проходить в новом здании. Сегодня символичный ключ от дома Фемиды торжественно вручили председателю городского суда. Ирина Ивановская продолжит. Фемида в Георгиевске обрела новый адрес. Раньше ее служителям приходилось работать одновременно на два здания, да еще и в разных местах города. А теперь городской суд располагается в центре, на улице Калинина, 117. Все формальности соблюдены. Ленточку перерезали, а символический ключ от здания вручили председателю Елене Росиной. Краткая экскурсия показала, насколько комфортно здесь будет работать сотрудникам суда, а также удобно и просторно посетителям. Обратите внимание на толщину дверей. Да. На случай ядерной войны. Ну, толстая, очень сейфовая. Да, сейфовая дверь. Условия работы у сотрудников районных и городских судов улучшаются не так часто. С 2014 года это третье новое здание. Первые два были в Новоселицком и в Ставрополе. Для правосудия в столице Георгиевского городского округа отвели 3 этажа и 1700 квадратных метров. Все судьи находятся в отдельных кабинетах, чего не было в Ставропольском крае в некоторых судах. Есть в каждом кабинете приемная, достойное конвойное помещение, которое исключает побеги, что очень важно, в том числе для Ставропольского края. И вот этими вещами мы просто поднимаем Ставропольский край на более высокий уровень. В кабинетах современная мебель, оргтехника, системы видеонаблюдения, пожаротушения и безопасности. А для удобства маломобильным группам населения предусмотрены пандус, парковка и кнопка вызова работников аппарата суда. Средства на внутреннюю отделку помещений удалось найти за счет экономии при проведении аукционов на капитальный ремонт зданий судов. Сюда была вложена душа. И это было заметно, когда мы прошли по зданию суда. В дальнейшем обеспечении вашего суда, то, что касается информационного обеспечения, техника, имущества, из средств, которые будут выделены в следующем году, вам тоже планируется поставка техники. Новое здание в Георгиевске стало хорошим подарком судейскому корпусу к предстоящему 150-летию образования судебной системы в Ставропольском крае. Сегодня вы видели исторический фильм, и сегодня мы пишем новую страницу истории, где Георгиевский суд вновь обретает свое имя несколько в ином оттенке. После экскурсии гости и сами новоселы заняли места в зале судебных заседаний. Но первым событием внутри нового здания стало не разбирательство, а награждение. Медали и грамоты вручили за достижения и вклад в развитие судебной системы. Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение.